мало кто задумывается над тем, как питание влияет на работу почек. Между тем, это очень важный орган в организме человека, который напрямую зависит от того, что мы едим. Лицам, страдающим заболеваниями почек или имеющим предрасположенность к ним, рекомендуется скорректировать свое питание и исключить ряд вредных компонентов. Сладкие газированные напитки. Один из самых популярных напитков – Кока-кола содержит колоссальное количество сахара, а также фосфора. Высокий гликемический фон способствует развитию сахарного диабета второго типа за счет снижения чувствительности инсулиновых рецепторов в клетках жировой и мышечной ткани. Как известно, при сахарном диабете одними из первых страдают почки, развивается диабетическая нефропатия. Молочные продукты. Молоко является источником фосфора, калия и белка. Доказано, что потребление слишком большого количества молочной продукции провоцирует повышение уровня фосфора и калия в крови, что приводит к нарушению работы почек, снижению прочности костей. Обработанное мясо. Обработанными считаются мясные продукты, в состав которых включены специальные пищевые добавки, специи и пряности, соль для улучшения вкусовых показателей и увеличения срока годности. Как правило, они также подвергаются копчению, солению или сушке. К данной категории относятся колбаса, бекон, консервы, ветчина и сосиски. Подобные продукты тесно связаны с развитием хронических заболеваний почек ввиду наличия консервантов, обладающих нефротоксическими свойствами. Блюдо быстрого приготовления. Лапша или картофель, которые необходимо залить кипятком и выждать 3-5 минут, крайне опасная для организма категория пищи. В них содержится рекордное количество соли, которое провоцирует рост артериального давления и развитие дистрофических изменений в почечных канальцах. Продукты с высоким содержанием белка. Как показало исследование, ежедневное потребление красного мяса в течение многих лет может увеличить риск развития хронической болезни почек, в то время как потребление белого или постного мяса и молочных белков не оказывает такого эффекта, а растительные белки могут быть защитными для почек. Алкоголь. Хроническое употребление алкоголя может привести к нарушению функции почек. Алкоголь непосредственно влияет на почки, изменяя структуру и функции этих органов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!